Сегодня в рамках подготовки к выборам Общественной палаты и Наблюдательная комиссия Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об объединении усилий для организации наблюдения в местах лишения свободы. Объединив усилия вместе с руководством УФСИН, мы, надеюсь, четко организуем голосование, поскольку все граждане, которые находятся в местах содержания, они обладают по Конституции активным избирательным правом. Также сегодня состоялось заседание общественного штаба по наблюдению за выборами. Подвели итоги этапа выдвижения кандидатов в нашем регионе. В выборах принимают участие 8 партий. Зарегистрировано 494 кандидата. Среди них 28 самовыдвиженцев. Рост политической конкуренции налицо между партиями, которые выдвигают своих кандидатов. Людям у нас, если уж своими словами, не безразлично то, в какой системе, в какой стране и при каком строе они будут жить в дальнейшем. Напомню, что выборы депутатов Государственной Думы, Тюменской областной Думы и в органы местного самоуправления пройдут с 17 по 19 сентября.